Сладкая и любимая всеми сгущенка часто используется в рецептах выпечки. Она отлично сочетается с разными видами теста, а также может быть его основой или жидкой начинкой. В любом случае будет вкусно. Этот рецепт порадует вас, если вы ищете необычный подход к домашней выпечке. Я не часто делаю основу на сладком кисломолочном продукте, да еще и с жидкой сердцевиной. Предлагаю вам ознакомиться с тем, как приготовить кекс со сгущенкой внутри. Запекать изделие лучше в силиконовых формочках, но можно и в одной большой форме. Яйца взбейте с сахаром в глубокой миске. Затем добавьте растопленный маргарин, соду и биолакт. Введите муку и замесите густое тесто. Формы для выпечки смажьте маслом. Залейте в них тесто, наполнив их на 1:3 объема. Затем выложите ложечку сгущенки. Сверху выложите еще немного теста. Выпекайте кексы при 180 градусах в течение 30 минут. Готовые кексы можно посыпать сахарной пудрой. Приятного чаепития!